Если монета у тебя в кармане, я хочу, чтобы ты представил вкус, ну, пива. Вот как будто вот бархатный глоточек прямо на губах. Если она в руке, представь вкус кофе. Вот как будто с утра кофеечек выпил. И посмотри на меня вот. У меня привкус, ну, кофе идет. Ты подумала кофе. Я делаю вывод, что снова монета у тебя в руке. Покажи, прав я или нет. Окей, воображение это интересно. Держи, последний раз, самый сложный. Снова руку в левый карман, но в этот раз не доставай. Смотри, я расскажу. Два раза ты брал монету в руку. В третий раз 90% людей думают, что, ну, если я два раза брал ее в руку, и третий раз, как бы, будет предсказуемо, что я ее оставлю, поэтому я ее возьму, и получается, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Как ты размышляешь? И я специально запутывал тебя все это время. Я отворачиваюсь последний раз прими для себя решение, взять или оставить, и сжатый левый кулак перед собой. Готов? Посмотри мне в глаза, сделай вдох, выдох. Если она у тебя в кармане, представь, как будто ты на доске, на школьной доске рисуешь треугольник, если она в кармане, просто треугольник. Если она в руке, представь, глазами не дергай, пожалуйста, как будто рисуешь звезду, пятиконечную звезду, одно из двух. Держи картинку у себя в голове. Посмотри на меня. У меня для тебя две новости, дружище. Во-первых, ты немножечко пытаешься меня обмануть. Во-вторых, у тебя ничего не получится. Ты подумала о звезде, я делаю вывод, что третий раз монета у тебя в руке. Покажи, прав я или нет. Спасибо тебе огромное. Ну и так уж вышло, что ты проиграл купюрку. Не, без суть. Но перед тем, как выйти сюда, подожди, я стоял, я репетировал, прогонял текст, думал, как бы написать, и у меня была догадка. Догадка о трех конкретных вещах, которые подскажут мне правильный ответ. И я по-быстрому записал просто на купюре, именно поэтому я отдал именно эту купюру. А достань ее сам, чтобы я не подменял. Разверни ее и прочитай. Покажи в камеру. Там написано, что ты будешь думать о красном цвете, о кофе и нарисованы, разумеется, звезды. В третий раз три звезды, ты думал именно о звездах. Все три вещи, которые подсказали мне правильный ответ, три раза.